на приз Юга. А в догонке впервые в нашем городе. Приз Юга – это последняя репетиция перед международным ралли, в котором впервые примут участие и наши спортсмены. На старт утром вышли 12 машин. До 200-го километра дошли только 9. Три машины по техническим причинам сошли с дистанции. Основная борьба, как и предполагалось, развернулась между московским гонщиком под номером 21 и двумя нашими спортсменами под номерами 7 и 3. Следующий репортаж с 380-го километра. Thank you.